Чемпион Казахстана двух последних лет отправился в Шотландию. В Карагандинский международный аэропорт Сарыарка для напутственного слова приехал и аким Карагандинской области Бауыржан Абдишев. Еврокубковый путь чемпиона Казахстана начался с блестящего противостояния с борисовским «Батэ», в котором подопечные Виктора Кумукова сумели победить в обоих матчах. Спустя месяц горняки, уже обеспечив себе групповой раунд Лиги Европы, бьются за честь представить первый казахстанский клуб в самом престижном футбольном турнире Старого Света Лиги Чемпионов. Победив в Астане «Селтик» с удобным счетом 2-0, карагандинцы отправились в Глазго для подтверждения своих претензий на выступление в Лиге Чемпионов. Главный тренер карагандинского клуба Виктор Кумуков пообещал биться до последней минуты. Каждый будет биться, драться, выкладываться максимально. И все мы вместе сделаем все возможное для того, чтобы достичь необходимого результата. Мы за этим туда летим. Не просто посмотреть Глазго и вернуться, а именно сыграть так, как надо. Я думаю, ни один человек просто так туда не летит. И будем надеяться на общую победу, которая выведет нас в Лигу Чемпионов.